центр на Данико Икоэче. Буйко Эче дальше. Пробросил на Микаэля Лаудрова. Лаудров, великолепный момент сейчас может получиться. Ну и сейчас штрафной удар разыграли каталонцы. Стоичков. Гвардиола. Лаудруб. Пытался отдать передачу Стоичкову, но не получилось. До Стоичкова передача не дошла. И Лаудруб смотрел. Но не сумел проскочить мимо Альберто Феррера. Лаудруб. 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 Ну что это такое? Досталось ему от Бильбао. Лаудруб. Лаудруб на коротке может переиграть кого угодно. С техникой Лаудруба. Всегда какой момент сейчас? Вот, смотрите. Под удар Лаудрупа. Атака Барсы продолжается. Лаудруб. Момент. Ворот Барса, нежели ворот Депортива. Дюла. Лаудруб. Хорошо. Эсебио. Эсебио дальше. Лаудруб. Куман. Ты тоже Гвардиола. Может, кто-то почувствовал свою игру. По крайней мере, оживилась команда уже арбитр Мирослав Джукич. Удар Лаудруба! Прямо духа. Мы, вот видите, уже какие штурмы устраивают ворот соперника. Лаудруб. Беги Ристайн налево на Микаэля Лаудрупа. Лаудруб пытается. Бакера, Лаудруб. И вот сюда передача. Нет там положения в ней. Лаудруб переводит игру на правый фланг. И переходит он на один фланг, он на другой. Это одна из таких. Так. Мимо мяча Мариана. И с мячом Барселона. Судья показывает, что можно продолжать играть. Лаудруб. Оставляет мяч Амору. Амор бьет удар 2-0. Матки-то цветные. Вот смотрите, Амор получает мяч. И не доходя до штрафной, с линии. Ближний угол. Но это вот передача Лаудрупа. И действие Амора. Галкипера Депортиво Лиана. Еще становится 2-0. Вот. Альбер Феррер. Лаудруб. Все, Зубизарета возвращает мяч в игру, и Микаэль Лаудруб начинает атаку Барсы. Время тоже, что он стоит футболистом, но вот мальчик пошел по другому пути, стал теннисистом. Кона в атаке. Лаудруб. Опять Лаудруб получает мяч. Эйсебио. Вновь в атаке каталонцы. Лаудруб. Арбитр оставил это без внимания, поскольку Депортиво оставалось с мячом. Ну и И уже Барса на половине поля соперника. Данизу Бисаретту. В частности, 9-й номер. Не знаю, зададу сейчас ему вопрос по поводу этого 11-метрового. Лаудруб. Амо. Гуйкоече. Лаудруб. Эйсебио. Перевод мяча на Лаудруба. Лаудруб. Эйсебио. Лаудруб. Гнев его был справедлив. Но все равно Стоичков был неправ. Барса в атаке. Лаудруб.
Амор. Пошел на забегание. Эйсебио получает мяч. Он штрафной прострел. Удар, гол. Смотрим еще раз. На половину поля каталонцев. Барселона мяч тут же перехватывает. И Лаудруп. Продолжается атака Барселоны, не сомнение. Но здесь вопрос, конечно, голкиперу Барсы Данису Безарайте. Просто без...